сорт острого перца Seven Pot Конго Шоколад. Это сверхурожайный сорт. Вот я удалил немножко листвы, чтобы было видно, сколько может быть на одном кусту. Посмотрите, какое количество. Таких вот они темные, такие они могут продолговатые быть, кубовидной формы. Смотрите, какие красавцы. Это сверхурожайный сорт таких вот шоколадных сморщенных плодов. Острота такого перца от 800 тысяч до 1 миллиона. Этот сорт относится к виду Capsicum chinens. Capsicum chinens — это сверхострые сорта в основном. Родом этот перчик с США. Был выведен из семян Seven Pot Конго Гиант SR. Вот получился такой вот красивый сорт. Этот перчик может достигать от 70 сантиметров в высоту до 1 метра. Если в теплице, это сверхурожайный сорт. Очень-очень большое количество плодов у него. Срок созревания такого перца от 200 дней. Растение многолетнее. Плоды созревают от темно-зеленого цвета до вот такого вот шоколадного. Вот такие вот, смотрите, какие плоды у него интересные. Очень морщинистые. Такие почти черного цвета. Вкус таких плодов цитрусовый с фруктовым ароматом. Вот смотрите размеры плодов. Сейчас я вам покажу поближе. Возьмет, который крестовине растет. Еще не так просто вырвать. Вот посмотрите в мои руки, какой он. Какой у него размер. Невероятный. Вот. Очень большой. Плоды очень крупные. Становится вот практически, если посмотреть, чуть ли не черного цвета. Очень высокоурожайный сорт. Можно выращивать как в теплицах, так в открытом грунте. Вот у меня все там в открытом грунте. Уже октябрь месяц. А он еще плодоносит. Еще набирает сок. Такие вот красавцы.